В понедельник вечером на ступеньках детской школы искусств прошел маленький концерт, посвященный Дню молодежи. Всі, хто долучився до нашого сьогоднішнього невеличкого концерту, ми дякуємо всім присутнім, які підтримали, прийшли підтримати наших музикантів. Вчора повинен бути відбутися цей концерт, але погодні умови не дали змоги. Тому сьогодні в день такий чудовий, прекрасний, світлий понеділок, ми знову ж таки святкуємо День Конституції та День молоді. І, як я говорила, моя улюблена стаття Конституції – це 45-та. Хто гарно працює, той має право на відпочинок. Тому сьогоднішній вечір такий ми з вами відпочиваємо. Отже, зі святом усіх, з Днем Конституції та з Днем молоді. Він получився разножанровим. Звучала і класика, і легкий рок, і джаз, і даже кантри. А учитывая, что София Юрченко, бывшая словучанка, приехала из Белоруссии, концерт стал и международным. Трио «Нота Бена» порадовало зрителей произведениями классического жанра и попури.
Семейное трио Family Band с самым молодым участником концерта играли традиционную для себя музыку. Особенно для тех, кто давно их не слышал, выглядели не совсем обычными. Это было практически живое кантри. All the mountains should crumble to the sea.
Количество зрителей на концерте менялось от 60 до 80 человек. Все, как и положено, в карантин, на трех удаленных друг от друга площадках. Пожалуй, это был первый концерт живой музыки в Славутиче после объявления карантина. С почином вас, славутичане. Ну, а дальше все зависит от нас самих. Будем надеяться на лучшее и на летние концерты на открытом воздухе также. До новых встреч, а за молодежный концерт отдельное спасибо.